Привет всем, ребята! Сегодня мы будем рисовать медали за первое, второе, третье место. Берем какой-нибудь стакан или что у вас есть и обводим его. Берем здесь, обводим и здесь. Делаем три медальки. Ребята, вот я уже обвела, у меня получились такие три медальки. Затем мы будем к этим медалькам рисовать ленточки. Рисуем здесь то, за что будут эти ленточки цепляться. На каждой медальке рисуем. И здесь то же самое. Вот мы уже это нарисовали. Дерево рисовать очень просто. Затем мы рисуем саму ленточку. Так оно проходит здесь. И сюда выходит. Затем мы рисуем тут ленточку. Делайте так, чтобы у вас были ленточки одинаковые. С одной стороны, вот с этой и вот с этой. Вот так померяйте. Вот у меня. Получается, я здесь меряю и отмечаю и провожу. У меня получились две одинаковые ленточки. Вот здесь такое расстояние, и здесь. Здесь только чуть-чуть уходит. Раз. Затем эти ленточки мы делим на три. Вот эту линию мы стираем здесь. И делим эти ленточки на три одинаковые части. Раз. Два. Три. И с другой стороны то же самое. Раз, два, три. Такая у нас получилась вообще медалька. Затем мы рисуем то же самое на другой медали. Померили, какое у нас тут расстояние. И здесь такое же меряем. Вот так вот, значит. Проводим линию. Вот эти линии мы стираем. Также проводим. И затем нам осталось еще одну медаль нарисовать. Также проводим линии. Чтобы было ровно, вы можете эти линии сделать по линейке и померить, чтобы они были одинаковые. И также делим их на четыре части. Проводим. Раз, два, три, четыре. И с другой стороны. Раз, два, три, четыре. Вот.
короче. Подпишитесь. Теперь рисуем на первой медали цифру 1. Это у нас вот медаль за первое место. Затем также рисуем теперь на второй медали вот здесь цифру 2. Теперь рисуем цифру 2. Это медаль за второе место. И рисуем теперь цифру 3. Это у нас вот медалька за третье место. Вот мы уже почти нарисовали медальки. И осталось нам только нарисовать на каждой медальке вот такие вот листочки. Рисуем двух сторон, с одной стороны такие листочки и с другой. Одной я нарисовала, сейчас другой будет. Одна медалька нарисована, также мы рисуем второй. Вот. И теперь рисуем на третий. Такие у нас три медальки получились. Теперь осталось нам только их разукрасить. Ребята, вы подписываемся, нажимаем на колокольчик и смотрим мои видео. Спасибо за просмотр.